Очень многие люди, которые сейчас входят там в первую десятку Forbes, ничего никогда не придумали, в лучшем случае у короля, у засевавшегося соседа. Мы знаем таких, в том числе и в компьютерной среде. Очень мало изобретателей, собственно. А вот то, что они это делали без тени сомнения и без угрызений совести, и очень быстро, например, начинали брать деньги за программу, хотя до них никто этого не делал. Я особенно не почесываясь от беспокойства и не страдая интеллектуальными излишествами, они стали миллиардерами с огромными состояниями. То есть, да, действительно, в условиях уже сложившихся социальных отношений государства, планеты, власти, например, или городских, или этнических отношений, любых, они создают алгоритмы, в соответствии с которыми человек спокойненько может себя вести, ни о чем не задумываясь. И чем более простые идеи и животные принципы он будет реализовывать, и чем меньше будет обременяться социальными проблемами, заботой о ближнем, все тем эффективнее будет его бизнес.